Качественные прилагательные могут употребляться в полной форме и в краткой форме. Давайте сравним эти две формы. В полной форме качественные прилагательные отвечают на вопрос «какой», «какая», «какое», «какие». Например, в словосочетании «серый волк» прилагательное «серый» употреблено в полной форме. «Волк какой? Серый». Окончание этого прилагательного будет выражено двумя буквами. В полной форме окончание прилагательных выражено двумя и более буквами. В краткой форме прилагательные отвечают на вопрос «каков», «какова», «каково», «каковы». Так, в сочетании слов «волк» – «сер» прилагательное «сер» употреблено в краткой форме «волк» – «каков» – «сер». Окончание у этого прилагательного мужского рода будет нулевое, то есть буквой не выражено. А в других родах окончание будет выражено одной буквой или в форме множественного числа тоже одной буквой. Прилагательные в полной форме изменяются по падежам. Серый волк, серого волка, серому волку. Прилагательные в краткой форме употребляются только в именительном падеже, и в предложении они являются сказуемыми, в отличие от полных прилагательных, которые, как правило, в предложении являются определениями. Обратите еще внимание на порядок слов. Прилагательные в полной форме обычно стоят перед существительным. Прилагательные в краткой форме стоят после существительного, которое характеризуют.